avut un an plin, un an plin de evenimente, dar zic eu că a fost un an bun, pentru că noi am reușit să oferim servicii de prevenire pentru un număr foarte mare de oameni. Și anul acesta noi am reușit să avem un pachet mai complex de servicii, pornind de la servicii de bază ca schimb de serinci, distribuire de prezervative și materiale informaționale, până la servicii de asistență specializată și înalt specializată, cum ar fi servicii ginecologice, servicii dermatovenerologice, inclusiv servicii de diagnostic. Cele mai mari așteptări pentru anul viitor probabil țin de a fortifica acele eforturi depuse pentru asigurarea sustenabilității programelor respective. Datorită colaborării cu mai mulți actori din domeniul societății civile, din instituții medicale, din instituții de stat, a fost posibil să aducem acest serviciu mult mai aproape de comunitate. Îndeosebi cum este serviciul de consiliere și testare la HIV. Și eu vreau să îndemn instituțiile de stat ca să vină să asigure finanțarea acestor servicii, pentru astfel că vor contribui nu doar la sănătatea comunităților respective, dar și la sănătatea publică a Republicii Moldova. Gender.com anul acesta s-a aliniat sloganul național Împreună învingem SIDA. Și vreau să îndemn pe fiecare să-și facă testul la HIV, deoarece să-ți cunoști totul este trend. В этом году мы начали развивать активно новое направление. Это был создан родительский комитет матерей и отцов, и бабушек, и опекунов для деток, которые живут с проблемой ВИЧ. И на сегодняшний день у нас есть уже инициативная группа на юге Молдовы, инициативная группа на севере, в центральном регионе. Мы хотим отметить, что Республика Молдова достигла на сегодняшний день большого прогресса в области обеспечения лекарств своих пациентов, потому что по последним всем научным исследованиям доказано, что чем раньше человек начинает ОРВ-лечение и с более ранней стадии выявления ВИЧ-инфекции, от этого напрямую зависит продолжительность и качество его жизни. Самым важным достижением для Приднестровья, для приднестровских ВИЧ-сервисных организаций в этом году стало начало экспресс-тестирования по крови для лиц из групп риска. Этот сервис был внедрен на базе наших трех ВИЧ-сервисных организаций в Тирасполе, в Бендерах и в Рыбнице. Нам удалось сделать существенные шаги в плане налаживания сотрудничества и взаимодействия с должностными лицами, которые ответственны за реализацию национальной программы по профилактике ВИЧ-инфекции. И совместно с нами, мы совместно с ними участвуют в ее реализации. В этом году, как никогда, организации сделали серьезный шаг для того, чтобы сфокусироваться не на эффективности процессов, а на конечном результате, ради чего мы работаем. Это количество людей, которые покрыты услугами профилактики, количество людей, протестированных из группы риска, уровень приверженности. И это очень значимый шаг. Достаточно важным успехом является то, что созданы условия для общественных организаций и сформирована готовность общественных организаций использовать электронную систему мониторинга, которая позволяет видеть все, что нужно видеть менеджерам, и, как следствие, своевременно вмешиваться в корректировку сервисов. Нас всех однозначно ждут перемены. Они не будут легкими. Это будет достаточно сложный процесс. Но это единственный выход из той ситуации, в которой мы сейчас находимся, в условиях сокращения финансирования из средств глобального фонда. Нам придется мобилизировать усилия, использовать новые подходы, налаживать партнерство для того, чтобы каждый человек, вне зависимости от степени своей уязвимости, мог достойно, качественно жить полноценной жизнью.